Корнепластикой Артем Иванович Эксузян занимается уже более 40 лет. Постоянно прогуливается вдоль берегов сочинских горных рек и находит будущие экспонаты. Так обычные части деревьев, ветки и корни превращаются в живых существ. В коллекции Артема Ивановича их находится уже порядка тысячи. Это собаки, змеи, разные сказочные персонажи и даже целые композиции. Специально к Новому году были созданы сочинцы и гости с параллельного мира. Они как бы поздравляют наших жителей города и всех и гостей курорта и с нашим олимпийским как бы годом, который интересным будет не только для сочинцев, для всей страны она будет это. Если у нас как бы и огонь и в космосе побывал, и инопланетяне, которые я придумал, они как бы тоже также спустились оттуда, неизвестно с какой планеты, и тоже поздравляют Олимпиаду и хотят посмотреть на все выступления наших команд. Экспозиция так и называется. На Олимпиаду в Сочи прилетели инопланетяне. В качестве иноземцев человека-ящера и даже терминатор, на производство которого мастер потратил совсем немного усилий. Над образом обычного корня ежевики поработала природа. В море побывав и выброшенные, они просаливаются, они долго держатся, они десятилетиями не гниют, их шашель не побивает. Но здесь в этой форме я увидел, что если кроме, допустим, лица, он в каком-то движении. И потом нашел как бы тоже чуть-чуть лицо такое перекошенное, проклеил его и назвал терминатором. Вообще на изготовление экспонатов мастер тратит не менее одного дня. Он подготавливает природный материал, высушивает его, подкрашивает и придает внешний вид и образ будущим деревянным героям. В планах у Артема Ивановича найти корягу, похожую на символ предстоящего олимпийского года – лошадь. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.